Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки ниндзя-легенды. Так, заберем награды. И скинули меня до лиги самураев. Две звезды. Скверно. Но, друзья мои, еще пока не все потеряно. Пока еще не все потеряно, потому что... Ну, потому что, ребят, еще один выходной у меня все-таки есть. И я думаю, что мы можем... Можем хотя бы добраться до лиги мастеров. Одна звезда. Ну, а за мои рабочие дни, которые будут у меня с утра, под вечерок дотянуться до лиги мастеров 3 звезды. Ну, я надеюсь на это, ребят. Я не знаю, как пойдут дела, но планы у меня такие. Потому что выходные все свои, грубо так сказать, которые после ночной смены у меня идут, они были заняты у меня. Были заняты, я занимался делами, и я не мог, грубо говоря, играть. Так что давай будем сейчас наверстывать. Так, ну с этой волной мы разобрались легко, потому что и уровень у них здесь маленький, сам понимаешь, да? Лига самураев, две звездочки, ну куда ниже-то, ё-моё. Ниже только дно. Так, да ладно, я думал, мы перейдем в лигу самураев, три звездочки. Ладно, фиксим, фиксим, я не расстроен. Это наоборот меня только лишний раз подстегивает к тому, чтобы делать... усердные бои. Ну и, конечно же, продвигаться. Кстати, видел, там лежал диван, ребята, диван, диван с пиццей. Мне этот диван сразу вспомнился от босса, который, помнишь, прятался? Засыха, босс Засыха я его называю. Мы уже давно к нему, как говорится, не заходим, потому что, ну, нет нужды. Вот, но диванчик там. Не диванчик, а матрас. Матрас его там валяется, замызганный. Так, ну давай, наверное, вот так вот сделаем. Опа-на. И добивка. Шикардос. Так, что-то у меня, ребята, в горле пересохло. Надо хлебануть водички. Ой. Готовка сейчас занимался. Возле этой духовки простоял аж. Упарился, если... Я что-то не понял, что-то у меня там проскочило. Я даже не увидел. Мы прошли там куда-то или мы на месте остались стоять? Что-то не врубился я. Быстро кликнул как-то и не успел смотреть. Так, ладно, что-то голос у меня как будто подсел. Но это, видимо, кефирчик, ребят. Ну, знаете, как я сейчас делаю кефирчик? Я делаю себе, ну, я это называю кефирный смузи. Я беру баночку кефира. Ну, не баночку, скажем так, пакет кефира, да. Вот. Потом беру где-то грамм, грамм 50, наверное, получается у нас грецких орехов туда ложу. Ложу туда вишню, где-то тоже грамм 300, вот. И 2 столовые ложки меда. И все это, ребята, в блендере. Джух. Знаешь, какая штука получается? Во-первых, еще вру, еще, ребята, 2 ложечки протеина. И получается очень вкусная штука. Во-первых, питательная, во-вторых, охлаждает, ну, потому что кефир и... И ягоды, они замороженные у меня, как бы. Ну, кефир в холодильнике, ягоды замороженные. Вот, они дают такой свой соответственный холодок. И сейчас я еще заказал на Озончике сироп. Я хочу попробовать добавлять туда, ну, ложечку столовую сиропа для вкуса. А он и так, в принципе, вкусный, но хочется какого-то такого аромата. А вот если без сиропа, получается, знаешь, такой кефирно... Как бы это даже назвать? Кефирно-мускатный такой вкус. Ну, на самом деле очень вкусно. Плюс еще мед вот это дает сладость. Вообще, короче, пальчики оближешь. Так что, если у кого-то есть такая возможность заварганить, попробуйте, очень вкусно и питательно. А самое главное, что не нагружает желудок. То есть ты поел, нет у тебя никакой тяжести, легко и в то же время сытный. И сытость, ну, часа 3-4 тебе обеспечена. Это я тебе гарантирую. Получается где-то около литра коктейля, поверь мне. Этого тебе хватит даже по 500 миллилитров на 2 приема за глаза. Так, ну что, ребят, это вам легкий такой кулинарный рецептик. Какой-то кулинарный, это обычный, ребята, кефирный смузи. Погнали.
Так, что у нас тут? А у нас тут вот они, бродяги, где. Так, ну понятно, хан ходит первым. Это само собой разумеющее. Кстати, я зря сейчас вот так вот делаю, потому что уровень бойцов уже 47, а я 56. Это получается... Это получается, что около 10... Да какой 10? 6-7 уровней разница. Это мало. Это критично мало, потому что нас могут разнести. Благо у меня есть хил. Я надеюсь, он выживет. Так, я вот думаю, давай, наверное, с базуки. Попасть бы, главное, по нему. Ну-ка, если хана. У нас даже два хила. У нас еще и бибоп тоже идет как хил. Так, кошка, сможешь его добить? Вот, минус хан. Но не забывай, что здесь еще есть Рафаэль. У него тоже есть хил, получается. Твою налево, и там Майки, и тут Рафаэль, и не знаешь, кого бомбить. У них еще, ребята, тем более, висит иммунка, то есть я не смогу их задебафить вообще никак. И, по-моему, пора нам хиляться. Так, этого шваркнем сейчас. Попадем, не попадем, я не знаю. Попробуем. Попал. Так, теперь давай применять хил, потому что морозильная кошка не очень сильный боец у нас. Вот, 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 о чем я и говорил, что этот жучара тоже решил применить исцеление. Так, Ванька бросает гранату в морозильную кошку. Как быть-то? Ну, давай так попробуем. Из водяного пистолета. Так, сможешь добить, а, Лео? Да ладно, серьезно, а ты? Ну, Леонардо молодец, красавчик вот этот вот. Так, у них, ребята, стоит кое-у-кого ускорение, я смотрю, да? Поэтому попробуем сейчас заморозить. Не получилось. Так, он начинает тут танцы-шманцы свои делать. Слушай, Ванька, ты достал уже, а? Серьезно говорю, два хиляться, ребят, потому что у морозильной кошки мало здоровья. Кстати, смотри, на пакете у него там эмблема Маузера была. Так, ну я думаю, что сейчас мы его добьем. Так, бросаем кланфут. Солдата этого кланфутовского. Так, попробуем теперь ногтями. Слушай, он достал уже, а? Он неровно дышит к морозильной кошке. Он именно на нее нападает и хочет мне ее подбить. Но, как видишь, ничегошеньки у них и не получилось. И мы двигаемся дальше. Так, ребятушки, у нас... 57-я позиция. 57-я, и теперь надо будет, знаешь, что делать? Надо будет брать одного сильного персонажа и четверо слабых. Ну, я думаю, не надо уже объяснять вам, да, для чего все это делается. Для ускоренной победы и безопасно, самое главное. Я не собираюсь терять здесь кубки, так что перестраховка никогда не помешает. Вообще найсово получилось. Ну, зэк, красавчик. Зэк, ребят, когда слабые противники, он их бомбит круто. Но вот когда на равных, например, да, с противником, то он уже слабоват будет. Так, и здесь мы... А может быть, дадите мне все-таки... Там, 14-19, что-нибудь такое? Не, не хотят. Ладно. Ваня, пошли вперед. Ванек, Ванек, Ванюша. Так, сейчас мы будем в них... А что мы будем у них? Мы сейчас вызовем, во-первых... А, во, гранатомет у нас. Все, им кранты, по-моему, всем. Ванька, красавчик. Так, и погнали далее. Так, 25. Мы, получается, пролетаем всего 15 позиций. Слушай, ну это мало. Что такое 15 позиций? Это, ребят, вообще ни о чем. Это то же самое, что и 10. Но ты не забывай, что мы в Лиге Самураев. Мы с тобой не в Сёгунах и не где-то там в элите сидим. Ты посмотри, как он держит топор. Я только сейчас обратил внимание, ребята, он топор держит немножечко наоборот. Лезвием почему-то кверху. Почему? Непонятно. Так, ну что, еще один поединок, и мы с тобой в Лиге Сёгунов уже окажемся. Так что давай-ка приступать. Возьмем вот этих двух. Раз, два, три. Ну, тут, ребят, понятное дело, Рафаэль будет вставать в стойку, в провокацию. Микеланджело будет делать уклонение.
И, в принципе, все. Большего здесь от нас и не требуется. Да, Рафаэль? Так, бросаем флакон. Только лишь заблокировали одного Донателло. Так, хиляется гаденыш, а? Ты посмотри, он хиляется. Это зря, парень. Это ты зря делаешь. И ты тоже зря. Сейчас будешь получать звездюлей. Так, ну давай бросим туда гранаты, так уж и быть. Так, ну-ка, добили с удара. Ну, это хорошо. Так, минус Донни. И минус Бибоп. Прекрасно. Вдвоем они справились отлично. Ну что ж, погнали. И вот, ребята, мы переходим с вами в Лигу Сёгунов. Позиция у нас 87-я. 15-19. Возьму я Бакстера Стокмана. И... раз, два, три, четыре. Вот таких вот бравых пацанов. Два оригинала мне попали здесь. Угу. Ну, поехали. Смертельная волна. И добивка. То, что доктор прописал, по-другому не скажешь. Ну-ка. Была 87-я, становится 72-я. Да, маленькая, ребята, идет продвижение у нас. Так, ну я думаю, здесь одного Леонардо будет за глаза. И... раз, два, три, четыре. Леонардо, он 49 уровень, просто, ребята, рвет в клочки. Как говорится, и полетят клочки по закоулочкам. Для него это вообще не проблема. Даже 50 уровень. Тут он разбирается с ними на изи. Так, ну я думаю, сейчас будет где-то 54-я, да? 56-я, понятно. Так, возьмем Донни. Донни возьмем и, наверное, Пиццелицева. Кстати, у нас уже все, ребята, 70-ники пошли. А это говорит о том, что арена подходит к концу. Как-то быстро, только начали играть, уже все, ребят, подходит к концу. Так, бросаем Кунаи. Так, после этого Шархан бьет Масухой, вырубая практически всех, и добивает их Донателло. Прекрасно. Идеальная победа. А по-другому и быть не могло. И мы двигаемся дальше. Ну что, 41-я? 40-я даже. Так, 15-20 уже лучше. Так, ну я думаю, здесь Армагона достаточно одного взять. Хотя, ты знаешь, можно было бы даже брать их по порядку. Уже, как говорится, в любом случае наш отряд сможет их победить. Это чем-то напоминает у нас самый первый день, когда мы начинаем буститься. Да, такие же слабые противники. Ну, ты смотри, они только до 52 уровня сейчас поднялись. Только лишь поднялись до 52 уровня, а мы с тобой уже 70-ники. Так, ну Лига Сёгунов, 2 звезды, я думаю, что будет взята нами сегодня. Я надеюсь на это. Так, раз, два, три, четыре, пять. Так, у нас у Пиццелицева какой там? 97 уровень, да? Нам еще 3 уровня надо поднять. И тогда он будет у нас прокачанный. И займемся уже Эйприл Кунаичи. Уже конкретно займемся ей. Прокачаем ее. Хотя мне хочется, ребята, прокачать, я не знаю, и... Донателло ролевого хочется качнуть. И мутагеноиды. В общем, есть персонажи, которых я бы с удовольствием прокачал бы. Так, ну что, еще поединочек, и мы с тобой будем где надо. Раз, два, три, четыре, пять. И тут как раз у нас раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Блин, один персонал, как... персонаж, как всегда, не в удел. Остается он неприкаянным. Ну, даже не знаю. Ну, драться тоже, ребят, не стоит. Ну, что там, одна ступенька всего лишь берется. Мы уже проверяли неоднократно. Всего лишь одна ступенечка у нас перепрыгивает. Блин, дай-ка я окно открою, что-то жарко мне. Что-то чересчур.
возле плиты этой простоял. Хух, нагрелся, видимо. О, свежий ветерок пошел. На улице сейчас пасмурно, такое впечатление, что будет ливень. Небо какое-то все черное. Так, ну что, 15:20 и... Раз, два, три, четыре, пять. Поехали. Да, небо какое-то темное, но тем не менее все равно на улице светло. Где-то солнышко там пробивается через тучи. А тучи как люди, они одинокие, но все-таки. Да. Так, 75-я позиция. Ну что, будем? Ну давай фиг с ним, давай отыграем. Это для Маузера, знаешь что? Это для Маузера просто один удар. Один удар, он их всех вырубит. Я надеюсь. Да не, должен, конечно, вырубить. Без всяких там надежд. Вот и все. И вот, как говорится, и получили они по заслугам. Одна ступенька, ребята, мы перепрыгнем одну. 75-я, да? 74-я, вот и все. Одна ступенька, ни больше, ни меньше. Ой, не то, хотя. Давай бесплатно. Да что? Она не зависла, я просто нажал на рекламный пак. Елки-палки, там реклама началась. Да, вот же бесплатно, у нас где. Так, и нам здесь ни шишарики не выпадает. Ну и фиг с вами. Так, здесь забрали награду. И музыка, заметьте, куда-то исчезла музыка. Вообще напрочь исчезла. Ребят, ты что такое? Ладно, возьмем так, так, так и вот так. Ну еще возьмем Рафаэля. И здесь музыки нету даже. Да вы издеваетесь. Как же без моей великолепной музыки мы будем играть? Ладно, ребята, фигли, нам не привыкать. Так, топориком на. Добьем. Так, Бакстер Стокман. Хоба, накусанули его. Сейчас после этого уровня перезайду в игру, потому что, ребят, ну, в тишине, как говорится, да? Да не в обиде, но что-то некомфортно как-то. Так-с. Да ладно, не пробили, а? Так, переходим на вторую волну, смотрим, кто у нас тут. Ага. Ну, тут, как говорится, не грех применить массовую атаку. Серьезно? Не пробили даже? А ну-ка давай так, хоп. Можно было бы массу, конечно, влепить, но я и так с ними разберусь. А вот здесь почему-то в конце есть вот эта вот мелодия победы. Интересно. Так, ну все, все, давай. Собираем. Здесь забираем награду. А вот она, наша музычка появилась. Так, ну что, мы серию испытаний прошли. Теперь давай-ка делать прокачку. Так, у нас сколько? У нас мутагена достаточно. 98 уровень он получает. Так, и переходим на Кунаичи. Смотрим ее по навыкам. Так, 4 маяка нужно. Так, один есть. Один мы нашли. Так, второй. Но здоровски. Ну, третий-то хоть дайте. Так, третий получили, и последний надо. Усложняет все, а? Камень-талик. Нафиг мне твой камень-талик. Дай мне, пожалуйста, маяк. Ты издеваешься, что ли? Не могу понять, игра. Наконец-то, я же думал, все. Ребят, прокачиваем до 6 ступени, и остается нам еще пассивку прокачать. Это April воплощает дух дракона. У черехода есть вероятность 30% восстановить 20% от максимума ХП. Нормально. Так, здесь мы забрали награды. Так, у нас что по испытаниям? Испытания, друзья мои, пока недоступны. Поэтому идти туда и драться, я думаю, не стоит. Единственное, что у нас пиццы сколько? 68 штук. Ну что, давай тогда сольем всю нашу эту пиццу.
Так, нужно найти нам 6 кошечек Минако. Так, одна есть. Так, вторую нашли. Третью. Последняя попытка. Нет, ребята, не получилось. Ну что, друзья, на сегодня мы будем, наверное, закругляться, потому что я все сделал, все задания, ежедневки, все, как говорится, у нас хорошо. Двигаемся потихонечку в нужном направлении. Лига Сегунов 2 звезды, ранг 74, конечно. Думаю, завтра, если я успею, если не будет никаких дел, мы все-таки поднимемся до Лиги Мастеров. Одной звезды точно, но хотелось бы, конечно, до двух звездочек. А на этом, друзья мои, все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.